Добрый день, меня зовут Максим. В 2007 году я был в Соединенных Штатах Америки. Попасть туда мне помогли в компании Росперсонал, за что им большое спасибо, бесконечное. Это незабываемые ощущения, переживания, это путешествие в другой мир. Я много повидал, много научился, со многими познакомился, с кем-то общаемся до сих пор, в 2012 году. Там я научился печь хлеб. Это очень помогает в жизни, верьте, я знаю. А куда ездил в Шотландии путешествовать, может быть? Да, где мы только не были. На самом деле, переезжая из штата в штат, попадаешь просто в разные миры. В одном жарко, в другом холодно, в третьем горы, в четвертом леса, реки, там озера. Были в Лас-Вегасе, были в Сан-Франциско, в Чикаго, в ушлом городке Миннеаполисе. Где бы всего понравилось? Где я бы хотел остаться в Сан-Франциско, это город